Ну вот, мы закончили работу. Получился вот такой вот программатор. Я уже к нему сразу прицепил шнур. Вот этими пинами будем подключаться к макетной плате. Вот компорт. Платы сейчас несколько больше, чем надо. Если я решу его убрать в какую-то коробочку, то ее можно будет подрезать. Ну вот, вроде на сегодня все. Надеюсь, было интересно. Все, пока.